Актюбинские спортсмены вернулись с чемпионата Казахстана по универсальному бою, проходившего в городе Шымкент. От имени Актюбинской области выступили 30 юных спортсменов. 12 из них заняли призовые места. И сегодня президент областной федерации универсального боя наградил победителей, вручив каждому денежный приз, благодарственные письма и медали. Кроме того, были отмечены и заслуги тренера. В чемпионате принимали участие спортсмены из 12 областей страны. Возрастная категория подростков варьировалась от 10 до 15 лет. В свою очередь, Актюбинская область завоевала 2 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали.